Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Xiaomi Mi Home Security Camera 1080p Magnetic Mount с магнетическим таким, с магнетической такой штучкой полезной. Итак, что в этой камере интересно? Абсолютно все, как минимум то, что эта камера у нас с ночным видением, то есть с инфракрасным, с инфракрасной подсветкой. Это очень важно. И она с поддержкой карты и памяти. Правда, до 32 гигабайт, но все равно это 32 гигабайта карты памяти. Она может писать видео в HD качестве, то бишь 720p, в целых 4 дня. А если вы выберете 360p, то есть низкое качество, тогда целых 8 дней. Что на самом-то деле немало. Что кроме этого? Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть в коробке. В коробке у нас есть еще вот такая вот штуковина. Она у нас магнитная. То есть это магнитик. Причем необычно. Смотрите, вы берете, и вот вот здесь есть наклеечка, ее можно снять вот таким вот образом. И можно приклеить вот эту штукенцию куда-либо, например, вот к столу. Затем взять вот эту вот камеру и магнитным образом вот таким вот примагнитить и двигать ее в нужном для вас ракурсе и направлении. Если что, через приложение потом можно будет ракурс перевернуть, если вдруг ваша камера будет стоять вот так вот, и картинка будет перевернута. То есть по этому поводу переживать совершенно нечего. Но, как я и говорил, камера поддерживает карту памяти. Причем только на 32 гигабайта, то есть на 64 уже не поддерживает. И формата 10, U1, либо же U3. Ну, в принципе, это все. Давайте мы откроем наш слот для карты памяти, для того, чтобы посмотреть, что же там у нас внутри. Ну, открывается она весьма непросто. Вот таким вот образом открывается у нас слот для сим-карты, вернее, для карты памяти. И сюда, собственно, карту памяти можно вставить. Здесь виднеется также кнопочка Reset, как вы можете видеть. И эта кнопочка Reset нажимается каким-либо тонким предметом. Можно хоть ручкой, карандашом туда нажать, чем угодно, по сути, для того, чтобы сбросить настройки камеры по умолчанию. Ну и на этом, наверное, все. Это все, что я могу сказать о Xiaomi Mi Home Security Camera 1080p. На этом мы с вами закончим. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!